Вперед. Осталось 300 тысяч рублей заработать. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире капитал-шоу «Поле чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Ну, вращайте барабан. К чему, по мнению Плиния, дельфин обнаруживает любовь? К моркови. Так. 850 очков, буква А. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. Евдокия Степановна. 350 очков. Нет. Нет, неверно. Вращайте, барабан. Святослав Вячеславович. 550 очков. И. Замечательно. Такой буквы нет. Вращайте барабан. Елизавета Олеговна. 850 очков, буква О. Нет, неверно. Крутите барабан. Евдокия Степановна. Переход. У вас ноль. Крутите так барабан. Почему никто на приз не попадает, а? Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой можете назвать букву У. Что? Откройте букву У. Крутите барабан. Восемьсот пятьдесят очков, буква Э. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Вращаю. Почему призов нет? 500 очков, буква Кизна. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте, барабан. Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой можете назвать букву. И кратко. Другое дело совершенно. Неверно. Прощайте, барабан. Призы давайте. О. Сектор приз. 10 тысяч. 10 тысяч на дороге не валяют. Вы какую шкатулку выбираете? Давайте, назовите букву. Ю. Нет, неверно. Прощайте, барабан. Приз. Нет. 500 очков, буква. Давайте я. Все гласные закончились. Осталось только Господи, такой буквы нет. Ну, прощайте, барабан. Ай, приз простыли. 600 очков, буква. А по приколу Ы. Открыть. Вот теперь все понятно. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Музыка. Покрутим, нам деньги нужны. 500 очков, буква К. Кто ж будет спорить с этим? Откройте букву К. Назовете слово целиком? Нет. Я не буду называть слово. 350 очков. В этой игре я буду крутить. Открыть.
Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Ой, левую, правую, какую вам шкатулку? Да не руки. К сожалению, не угадали. Смотри, в тех играх были... Будете вращать барабан, назовете слово левая. Сразу. И тут. Ну теперь крутану, а вдруг приз? 750 очков. И вы абсолютно правы! Второй тур. В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Крутите барабан. Это известная в истории женщина иногда носила искусственную бороду. Исидора Дункан. 450. А. Ну, слава богу, наконец-то. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. Это Клеопатра. Она там что-то замужем была за двумя братьями. У вас ноль. Ладно. Вращайте, пожалуйста, барабан. Афанасия Марковна. Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой можете назвать букву. Т. Откройте нам букву Т. Вращайте, пожалуйста, барабан. Четыреста пятьдесят. Откройте нам букву Р. Будете барабан вращать? Банкрот. А вы все равно банкрот. Блин. Будете барабан вращать? Так денег не заработаешь. 750 очков. Может отдать разды правления? Хо-хо! Такой буквы нет. Да будете крутить барабан? У кого что-то есть? Амелия Валерьевна. Будь, ну... 600 очков. Буква! Ну вот... Откройте букву П. Что, будете крутить? Будем. Я же сказал, будем. 600 очков. Буква. О. О-о-о-о! Откройте букву О. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Будем вращать. Хотим приз. Да ну елки все время. 600 очков. Буква. Ой. Откройте. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Я сейчас прихожу и левую, правую, какую вам шкатулку? Ну, а теперь наоборот. К сожалению, не угадали. Так, ну это... Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Хочу приз. 550 очков. От, молодец. Откройте букву Л. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Приз давай. Ай. 600 очков. Буква. После приза три раза. Ну, конечно. А деньги почему в кассе? В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Не попу. Третья тройка. Вот задание на третий тур. Крутите барабан. Веселый праздник.
в переводе на русский, означающий прощание с мясом. Хэллоуин. 750 очков. Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. Маскарад. Прощание с мясом. 850 очков, буква Д. Ой! Нет, неверно. Нет. Ну, вращайте барабан. Не маскарад. А что же этот карнавал? 500 очков, буква. Ну что, отдадим вот ей. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Прислав. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Откройте! Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Приз давайте. 550 очков. Откройте букву В. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Буду вращать. 500 очков, буква Н. Просто замечательно. Откройте нам букву Н. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Буду вращать, хотя я уже три буквы назвал. Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой можете назвать букву. Угу. Откройте нам букву Р. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. В прошлый раз были. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Все надо делать четко. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Вращать трех приз. Нет. 350 очков. У кого больше? Ее мне так. И вы абсолютно правы. Хотя можно было и передать. Подумала. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Крутите барабан. Как называлась раньше карточная масть «Чер»? Сектор «Плюс» на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Нет. Откройте! Сердце не может. Нет. Ой. Прощайте, барабан. Чер. У вас ноль. Ну, прощайте, барабан. 350 очков. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. Краска какая-нибудь. 350 очков. Нет. Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. 450. И? Я поражен. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте барабан. 500 очков, буква.
Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Вращаем. 700 очков. Буква О. Ой. Откройте букву О. Будете крутить барабан? Будем. Блин, 600 очков. Буква Откройте. 100 слово целиком. Колымба. Такое слово 800 есть. 800 очков. Буква Колыма. Неверно. Назовете слово целиком? Не буду. 750 очков. Замечательно. Нет, неверно. Назовете слово целиком? Нет. 1000 очков. Буква Кулы. Что? Такой буквы нет. Назовете слово целиком? Нет. 850 очков, буква? Да. Такой буквы нет. Назовете слово целиком? Не буду, мне надоело. 350 очков. Жень. Господи, такой буквы здесь нет. Назовете слово целиком? Нет. 500 очков, буква? Я с ума сейчас сойду, честное слово. Такой буквы нет. Назовете слово целиком? Рис хочу. 400 очков. Буква П. Откройте букву П. Назовете слово целиком? Копыта. Копыта. 600 очков. Буква. Ну, конечно! И перед нами победитель! Главное, чтоб в кассу набросало 6000 там чем-то. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Супер игра! Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые 6. В Риме этот период называли собачьи дни. А у нас период. А у нас как? Не знаю. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. А, конина, собака, конин. Сейчас. Лингва латина, пенис кони. Абсолютно точно! Вы выиграли супер игру! Эти аплодисменты вам! Вы выиграли супер игру и в качестве суперприза вы получаете. А, ну ясно, посыпались сертификаты. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Лучше б денег дали. Ладно, повесим сертификат.
делал. Где он? В прихожей. Где он? В прихожей. Нет, на кухне. Да. Сертификат. Ну и все. Ног никаких. За деньгами ведем в следующей игре.